Приветствую, коллеги. В очередной раз я подготовил для вас интересную задачку. Представьте себе, что по параллельным орбитам вокруг какой-нибудь планеты движутся два корабля. Эти два корабля движутся со скоростью света, строго параллельно друг другу. И тут один из них выпускает пучок света, перпендикулярно направлению движения. Этот пучок должен был бы попасть прямо в иллюминатор второго корабля. Но не стоит забывать о том, что эти корабли уже идут по орбитам вокруг планеты со скоростью света. Вопрос. Будет ли пучок света двигаться вместе с системой отсчета двух кораблей и все-таки попадет в иллюминатор второго корабля? Или же корабли продолжат свое движение по орбите, а пучок придет в то место, где второй корабль был несколько мгновений назад? Буду рад увидеть ваши ответы. Удачи!